Сегодня стали известны подробности так называемой разморозки тарифов в регионе. Коммунальные платежи для населения вырастут еще до наступления Нового года. Размер повышения уже известен, озвучим его в следующем материале. Свет уличных фонарей вместо торшера. Разные способы экономии электричества, а также других благ цивилизации предстоит продумать жителям региона, чтобы не переплачивать за коммуналку. Она подорожает внепланово. Тарифы, замороженные на 2 года, решили раньше времени разморозить. Если бы продержали, допустим, 2 года тарифы замороженными, да, и выкидывали бы бешеные деньги из бюджета, каковых нет на сегодняшний день, потом бы произошел сразу скачок процентов на 40. Пока процент повышения всего 8,4. В расчете на рубли от 100 до 300 в месяц, в зависимости от площади квартиры. На семейных бюджетах разморозка отразится не сразу. Изменения коммунальных платежей в Иркутской области должны состояться 1 декабря. Это уже через неделю. Но квитанции с увеличенной суммой люди получат не раньше, чем через 1,5 месяца. За это время каждый сможет рассчитать, во сколько ему обойдется годовое повышение. Потому что за региональным подорожанием последует федеральное. Эксперты в сфере ЖКХ не торопятся называть даже примерную сумму. На практике она всегда оказывается другой, больше, чем в теории. Повышение у нас будет проходить 1 декабря на 84%, а с 1 июля 2016 года это 3,9%. Соответственно, в размерах 12 с небольшим процентов. Но этого так не произойдет, произойдет в размере 20%. Практика как эксперта в сфере ЖКХ говорит о том, что мониторя те или иные квитанции, которые предоставляют жители мне для проверки расчетов, они именно таковы. За проверкой расчетов население обращается все активнее. Из-за падения уровня доходов и инфляции люди используют любую возможность экономить. Лада Рыбакова, Виталий Перетолчин, Михаил Глызин. Новости по будням.